Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Скретчет, и сегодня мы с вами начнем прохождение, наверное, самой главной новинки этого февраля и, возможно, одной из лучших игр этого 2023 года, а именно Хогвартс Наследие, Хогвартс Легаси, которая происходит у нас, как вы все знаете, наверняка уже во вселенной Гарри Поттера. И начнем мы с вами прохождение данной чудесной игры на PlayStation 5. Она станет доступна через 3,5 минуты. А перед этим я вам кое-что расскажу. И мы с вами начнем игру. Итак, смотрите. Мы начнем на PlayStation 5 и сегодня поиграем в эту версию с вами на стриме. Затем, наверное, завтра мы с вами поиграем в ПК-версию данной игры в том числе. И сравним их. Я знаю, что точно в Steam игра локализована на русский язык, и там есть субтитры. Насколько мне известно, на PlayStation они, к сожалению, прекратили писать, есть ли русские субтитры в игре. Я не знаю, но, по идее, должны быть тоже. Поэтому мы будем играть с русскими субтитрами и зачитывать их. Если вдруг, не дай бог, русского языка в игре нет, я буду вам ее переводить. Ну, все как обычно, вы знаете, что языки я знаю. Будем с вами играть на русском с моим переводом. И, кстати, перед тем, как мы начнем, сразу вопрос вам. Я прошел на сайте тест с распределительной шляпой. И угадайте, какому факультету игра меня, так сказать, приставила. Это, соответственно, Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй и Когтеваран. Угадайте пока в чате и кто смотрит записи до начала игры, какой факультет мой. Посмотрим, кто угадает. И, конечно же, друг мой, если ты еще не подписан на канал, обязательно вступай в наши ряды, подписывайся на канал, прожимай лайк в поддержку данного стрима и записи, если вы смотрите это видео потом на репите, так сказать. Пишите комментарии, делитесь обязательно впечатлениями, как вам игра, потому что сегодня ваша поддержка мне нужна. Во всем мире сейчас хайп вокруг этой игры, все будут ее активнее снимать, и я рассчитываю очень сильно на вашу поддержку. Так что пишите комментарии, делайте репосты в соцсети, лайкосы, это все очень важно, и подписки. Поэтому большое всем спасибо заранее, кто будет активно меня поддерживать, потому что сейчас будет битва между добрыми магами и злыми магами на YouTube. И я уверен, что вместе мы сможем выиграть. И отдельное спасибо большое всем, кто финансово также поддерживает наш канал с помощью спонсорских подписок и donation alerts. Благодарю вас всех, дорогие друзья. Остается 1.5 минуты до начала. Давайте посмотрим, что вы отвечаете. Пуффендуй, Слизерин, Гриффиндор, Гриффиндор. Пуффендуй, Гриффиндор, Когтеваран, Слизерин, Когтеваран. Гриффиндор, Когтеваран, Пуффендуй. Не, ну я уже вижу правильный ответ. Он тут как бы мелькает. Я пока промолчу. Вот начнем игру, и я вам скажу. Через минуту. Вот. На всякий случай напомню, что события игры разворачиваются в 19 веке. В 1800 каком-то. То есть еще, естественно, ни Гарри Поттера, ни Дамблдора, ни тот, кого нельзя называть и прочее, да, Волан-де-Морт. Никого еще и в помине нет. Вот. Поэтому все события происходят еще до вот книг, до фильмов и так далее. Поэтому будем смотреть и наслаждаться этой игрой. И, кстати, просьба ко всем зрителям. Через час по Москве, соответственно, это в 3 часа дня, по идее, должны появиться оценки данного проекта и обзоры выйти. Поэтому скажите мне, пожалуйста, значит, через час, какие оценки дадут этому крутому проекту. И, кстати, тут несколько режимов производительности есть в игре. Будем экспериментировать с ними, потому что я знаю, что здесь есть перформанс, который, как обычно, хорош. И ровно 60 FPS. Но разрешение поменьше. Есть баланс, который и картинку, и хороший FPS выдает. Давайте начинать игру. Поехали. Тест на каком сайте прошли? На сайте там Гарри Поттер как-то так. О, субтитры есть. Ну, вообще отлично. Поттер Кей Геймс, кажется, вот так называется. Итак, почему-то угадали меньшинство, мне кажется. Дамблдор уже родился? В каком году он родился? Так, чтение меню, давайте настраивать. Чтение меню, громкость чтения меню выключить. Так, тряска камеры, пофиг, режим дальтонизм, у нас его нет. Приключение режима прицеливания. Включите, если при переходе в режим прицеливания вы хотите использовать приключение вместо удержания. Так. Но это мы потом посмотрим. Надо на практике смотреть. Мертвая зона камеры.
Визуализатор, значок аудиовизуализатора, прозрачность аудиовизуализатора. Так. Размер текста. Вот, давайте размер текста. Большой может сделать. Ну, он нормальный. Так. Ну, дальше. Костя, спасибо за донат. Костя, срочно объясни, почему у тебя доступна игра через минуту, а не в полночь. Потому что другой регион у меня. Итак, Fidelity. Режим рендеринга с высокой четкостью, при котором делается упор на разрешение и качество графики. Это 30 FPS. Performance. Режим с высокой частотой кадров, при котором делается упор на производительность. 60 кадров. Balanced. Вот баланс. Режим рендеринга, обеспечивающий баланс между разрешением, качеством графики и производительностью, доступен только на устройствах вывода, которые поддерживают данную функцию. Вот, и HFR Performance, режим с ультравысокой частотой кадров, так это нас не интересует. Короче, мы попробуем в игре, сейчас начнем с перформанса, а потом переключимся на баланс. Ну, хотя можем даже сразу с баланса начать, а там посмотрим. Я не знаю, как у меня будет идти, сколько там FPS, но я читал чувака, что он вроде говорил, что там вроде все должно быть норм. Так, принять политику конфиденциальности. Так, получите свои награды, привязать учетную запись. Ну, давайте привяжем. Сейчас. Код привязки. Так, а что для этого сделать надо? Так. Блин, а вот это я не готов. Я не знал, что приложение надо качать. Сейчас, погодите. Я сделаю это на сайте. Повисите минутку. Давайте привяжем. Вы сейчас увидите, какой факультет... Я получил. Буквально секундочку, я этот код вобью на сайте. Вы этого не увидите. В регионе России, соответственно, да, игра у вас будет доступна ровно в полночь. Так, давайте смотреть, что я сейчас получу за это, за это, за это, за это. Итак, заходим на сайт Potter Key Games, или как он там называется. Сейчас, почти зашел. Так. Итак, так. Вот, я, сайт называется, значит, вот Wizarding World. Вот, Wizarding World. Я на нем. Так, я в своем аккаунте. Сейчас я вобью этот ключ. Так, как присоединить? Complete your profile. Давайте закончим профайл. Как присоединить? Member since, password. Так, все не это. Сейчас. Бум-бум-бум. Так, еще минутку. Так, Wizarding World. Вот. Integration. Connect now. Так. Бам-бам-бам. И. Так, а как подключить-то? Learn more. Your Gryffindors. Патронус, Вант, Константек. Слушайте, а я не знаю, как присоединить. Тут что-то не написано. New Features, Discover, For Kids. Это все не то. А как присоединить-то мой аккаунт? Edit, Logout, Fact, Delete Account. Это все не то. Вчера же была у меня кнопочка. Ну, нахрен с ним. Давайте без нее. Я и так вам отвечу. Давайте играть дальше. Я потом сделаю эту привязку, чтобы сейчас время не тратить. Пропустить вход в систему. Пропустим. Получить онлайн-награду. Набор темных искусств. Наследие верховое животное. Ониксовый гиппогриф. Так. Окей. Хогвартс. Наследие. Рецепт зелья Феликс. Фелицис. Этот рецепт предоставляет вам возможность приготовить жидкую удачу, которая дает выпившему успех в определенных начинаниях на целый игровой день. О, это круто. Так, на создание гарнизонной шляпы с замысловатыми деталями вдохновила темная сторона магии. Это у нас шляпа темных искусств. Steam Amazing, спасибо за донат, благодарю. Здорово, Константин. Никулярного стрима тебя благодарю. Так, Хогвартс наследие, задание про магазин с привидениями в Хоксмиде. Вы разблокировали эксклюзивное задание про магазин с привидениями в Хоксмиде, которое дает доступ к дополнительному подземелью, к набору с внешним видом владельца магазина и к магазину в Хоксмиде в самой игре. Это специальный квест для PlayStation. Хеворк, спасибо за это. Лучший. Всегда жду новых проектов с прохождения в прямом эфире. Благодарю.
Я не могу зайти по ссылке там, потому что надо вводить пароль, логин и так далее. Так, забейте, я потом сделаю ко второй серии. Что-то как-то слишком темно было. Вот давайте вот так. Вроде нормально. Двигайте ползунок, пока изображение станет едва заметным. Дальше. Да, мой факультет Гриффиндор, да. Я не знаю, как спалился, честно, я что-то отвлекся, но да, меня распределительная шляпа определила в Гриффиндор. Никакой не Слизерин, Пуффендуй или Когтеворан. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5 курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением... Кто-то там... А, профессор Уизли, заместитель директора. Итак, давайте создадим нашу прекрасную, чудесную внешность. Я хочу, наверное, создать кого-то похожего на Поттера. Что думаете? Я не знаю, если у нас получится. Здесь, в принципе, достаточно гибкий модификатор, так сказать. Ну, давайте по-быстрому, чтобы не особо тут как бы зависать. Быстренько создадим чувачка. Так. Стрим в тренде. Круто. Кабинет Хогвартс. Спасибо за нот. Лучше быть в другом регионе, чем у нас под Махмонтом. Спасибо, Константин. Спасибо. Спасибо большое. Так, давайте подберем личика. Я, честно, не совсем знаю, как у меня получится создать Гарри, но давайте пока будем смотреть по очертаниям. Цвет кожи, цвет кожи. Ну, давай. Так. Ну, темный мне явно не нужен. Давайте вот так, реально. Так, очки. С очками или без очков? Давайте, наверное, пока без очков. Ну, хотя, ладно, пока оставим. Давайте с очками или без очков. Не надо, делай своего. Создай красавчика. Ну, давай создадим красавчика. Давай. Ну, редактор персонажа здесь прикольный. О, прикольная прическа. Вообще, этот... Из фантастических тварей эта прическа, кстати. Забыл, как этого чела там звали. Вылетел из головы. Так. Так, так, так. Вот это неплохая. Без очков? Ну ладно, давайте без. Ну, хотя, мне кажется... С очками добавляет харизма. Какая шевелюра у мужичка. Ой, вообще мадам такая симпатичная. Смотрите, какая девушка. Давайте с косой бегать. Ого. Ну вы поняли, к чему это отсылка. Блин, я аж подавился. Простите. Мы можем создать нечто оно. Вот, так, без очков, ладно. Ладно, я, кажется, определился, какую хочу прическу вот эту. Мне она понравилась. Цвет волос. Давайте шатен. Я шатен сам по себе. Вот, и мне нравится больше шатен. Вот этот будет цвет. Дальше. Итак, состояние кожи. А что с кожей может быть? Понятно. Не-не-не, я хочу быть чистеньким. Я хочу быть чистеньким. Веснушки и родинки. Не, спасибо. Чистеньким. Шрамы и метки. Ну, не знаю, шрам бы я только, наверное, вот этот поставил, знаете, как над глазом. Ну не, давайте без. Тоже чистенький. Ужасный прическа. Слушай, а мне нравится. А мне нравится. Так, брови.
Давайте выберем брови. О вкусах не спорят, как говорится. На вкус и цвет товарища нет. Ну, слушайте, с бровями заморачиваться, конечно, я вот это не особо люблю. Но какие я хочу? Не знаю. Нет, это не то. Вот эти вроде ничего. Вроде норм, да? Вроде норм. Цвет бровей. Ладно. Цвет глаз. Вот глаза мы сейчас похимичим. У меня зеленые. Ну, зеленый хамелеон. Такой хамелеон, хамелеон. Давай, зеленый где-то. Синий. Вот, зеленый. Давайте вот эти. Вот этот мне нравится. Ну вот, вроде неплохой чувак у нас получился, смотрите. Красивый. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. О, давайте второй голос. I am indeed a student, but I could... That was quite something. It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. Так. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to... A few cobwebs... I am indeed a student. Давайте так, выберите сложность. История, легко, нормально, тяжело. Имя вашего персонажа. Давайте выберем имя. Скретчет. Сейчас я, кстати, очки проверю еще раз. Так, давайте выберем Скретчет. Мне внешка нравится, вроде симпотный. Вот. Скретчет, ну угадайте, какая фамилия? Поттер. Будем родственником. Так, ладно, давайте еще раз очки проверим. Мне просто интересно посмотреть, как он будет смотреться с ними. Ну, не знаю, да. А вот с этими? С этими получше, мне кажется. Ну не, давайте, ладно, без очков. Вот, Скретчет Поттер, общежитие, волшебница, волшебник. Этот выбор повлияет на то, в каком общежитии будет жить ваш персонаж, а также на то, какие другие персонажи игры будут к вам обращаться. Как другие? Так, ну давай. Скретчет Поттер, да. Начать путешествие. Ну что ж, поехали, друзья мои. Начинаем. А, похоже, мы уже готовы отправляться. Жаль, конечно, у нас с вами не так мало, времени на тренировке осталось. Надеюсь, вы практиковались в тех местах, что я вам показывал. Да, профессор. Надо сказать, впервые вижу, чтобы кто-то настолько быстро осваивал чужую палочку. Представляю, на что вы будете способны, получив собственную. Спасибо, профессор Фиг, в том числе и за то, что согласились позаниматься со мной. О, Элиазар! Джордж, рад, что ты сумел нас отыскать, хоть я и описал тебе это место весьма туманно. Мне не впервые трансгрессировать непонятно куда. Хотя, признаюсь, сперва у меня вышла небольшая промашка, и я слегка напугал каких-то театралов в Вест-Энде. Давненько же мы не виделись. Честно сказать, твоя сова меня изрядно... Элиазар, может лучше не здесь, а? Да, разумеется. Поговорим по дороге в Хогвартс. У нас впереди еще пир в честь начала учебного года и церемонии распределения. Отличная идея, если только твой протеже не против, что я с вами увижусь. Не щуть, сэр. После вас. Давненько я не бывал в замке. Приятно будет вновь посетить родные развалины. Ребят, все идет плавно, четко, хорошо, красиво. Подтвердите, пожалуйста. Если все идет классно, громкость и картинка, плюс чат, пожалуйста. Есть какие-то проблемы, минус. Ну, картинка пока хорошая.
Ну тогда у кого там что-то подлагивало, чувак, обнови страницу у себя или интернет проверь. Стрим идет четко вроде. Я рад, что застал тебя до отбытия в Шотландию. Ты едва успел. И кто же твой спутник? Новое пополнение. Новое? Да, сэр, меня зачислили на пятый курс. Как необычно. И впрямь, никто из преподавателей не помнит такого прецедента. Обычно в Хогвартс поступают куда раньше. Мне тоже это впервые. Ну и поскольку у других пятикурсников была фора в целых 4 года, директор попросил меня до начала занятий немного позаниматься с новичком. О лучшем наставнике мечтать трудно. Профессор Фиг не только выдающийся педагог, но и на редкость умелый и одаренный волшебник. Мистер Озрик склонен к лести. Возможно, это одна из причин, по которым он занял столь высокий пост в министерстве. Сейчас я громче стал по-любому. Ты это видел? Газетная статья о Ранроке и восстании гоблинов. Да, никто не знает, насколько Ранрок опасен на самом деле. Мое мнение разделяют далеко не все коллеги в министерстве, но я считаю, что он серьезная угроза. Причем именно твоя супруга, Элиазар, еще несколько месяцев назад повидала мне о нем. Как? Она написала мне о Ранроке незадолго до смерти. Спрашивала, известно ли в министерстве о его делах. Но прежде чем я успел ей ответить, она прислала мне вот это. И это было последним, что я от нее получил. Это принесла ее сова. Но ни записки, ни письма не было. Могу лишь предположить, что ей нужно было поскорее отправить что-то тебе. Видимо, чтобы это не попало к Ранроку. Я не могу его открыть. Футляр запечатан очень сильным заклинанием. Похоже на гоблинский металл. Этот символ. А что это за свечение? Я ничего такого не вижу. Да и я тоже. Мерлинова борода. Как вы это... Стойте. Мы не знаем, что... Воу. Держитесь! Прыгайте! Дайте руку. Слушайте, начало такое прям бодрое. Громкость теперь нормальная, меня хорошо слышно. Игру потише. Пока выглядит классно, да. В порядке? Вы пострадали? Самую малость. Возьмите, это рябиновый отвар. Вмиг поставит вас на ноги. Извиняюсь. Что произошло? Бедный Джордж. Он в голове не укладывается. Что только что нашло на эту тварь? Нападать на летающую карету. Ни один дракон не стал бы. Профессор? Сэр, где мы? Не знаю. Но ключ, который вы обнаружили, это явно портал. Портал? Зачарованный предмет, перемещающий любого, кто до него дотронется в какое-то определенное место. Сэр, мне уже лучше. Если хотите осмотреться, я с вами. Да, пожалуй, но держитесь рядом. Мы не знаем, кто создал этот портал и для чего. Нет, игра идет не в 30 кадров. Потому что я бы чувствовал...
рывки у себя в игре. Вау, красиво. Как далеко запросил нас этот портал? Куда дальше от Лондона, чем унесла нас карета? Мы сейчас где-то в Северной Шотландии. Сэр, вон те руины. Может быть, портал должен был привести нас туда? Полагаю, что да. Да, день оказался полон неожиданностей. Но Мириам явно послала этот портал Джорджу не просто так. И я уверен, что она, а теперь еще и Джордж, погибли в поисках того, к чему он должен привести. Если вы точно в порядке и не против немного мне помочь, я хотел бы осмотреться. Конечно, сэр. Отлично, попробуем найти дорогу к руинам, если она тут вообще имеется. Смотрите под ноги. Нет, игра не в 30 кадров. Как вы думаете, откуда у вашей супруги вообще этот портал? Хороший вопрос. Мириам много лет искала следы давно забытой формы древней магии. Древней магии? Да, могущественной магии, которая была бы доступна лишь немногим, но, судя по всему, ее секрет уже утрачен. Ну, смотрите. Да что же я закашлял? Давайте я вам покажу режим производительности, окей. Игра идет точно не в 30 кадров. Идет больше 40-50. Давайте поставим перформанс. Чтобы 60 кадров. Так, и друзья, конечно, не забывайте поддержать стрим своим лайком и подпиской. Это с ее помощью был возведен замок Хогвартс. В нем до сих пор живы ее отголоски. Не знаю, где Мириам раздобыл этот портал, но уверен, что это напрямую связано с предметом ее поисков. А, там внизу есть тропа. Сюда. Но, сэр, зачем ваша супруга вообще искала следы давно утерянной магии? Мириам хотела выяснить, как настолько могущественная магия могла просто исчезнуть. Считала, что ее можно было обернуть во благо. Но магия сродни любой другой силе. Все зависит от того, кто именно ею владеет. Ну чё? Звук и громкость, и картинка, все хорошо? Это что, лед? Лед? Нет, тут слишком тепло. Похоже, это какие-то чары. Кто-то хотел преградить нам дорогу. Углядим, насколько вы наловчились обращаться с палочкой. Сосредоточьтесь на центре. Так, нажмите R2, чтобы использовать основное заклинание. Превосходно! Итак, используйте камеру для выбора текущей цели. Некоторые игроки предпочитают выбирать цели и перемещать своего персонажа, используя один и тот же стик. А для этого в настройках необходимо отключить функцию прицеливания с помощью камеры. Нормально. Потому что лайки сейчас и комментарии, ваша поддержка мне очень сильно нужна. Таких сюрпризов я не ожидал. Прикол. Но игра красивая. А, теперь наверх. Зачем зачитываю субтитры? Потому что людям удобнее слушать, чем читать. О, это что у нас тут? А, просто кувшин. О, сундучок. Мы нашли какие-то деньги. Мы уже близко, осталось совсем немного. Держитесь. Репаро. Воу.
круто выглядит. Мы почти пришли. Зачем кому-то было строить дом здесь? Полагаю, что этот кто-то любил уединение. Портал привел нас сюда неспроста. Давайте осмотримся. Ищите все, что покажется необычным. Аноним, спасибо большое за зан. Благодарю тебя за поддержку. Спасибо вам всем. Давайте смотреть. На мини-карте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Это ваша текущая цель. Нажмите «Удержите вверх», чтобы посмотреть информацию о целях задания. Так, с помощью портала профессор Фиг. Так, путь в Хогвартс. Я понял. Профессор, это статуя. Возможно, это был его дом. Так, а как убрать-то? Я не хочу больше подсказку видеть. Вот. Слушайте, ну, картинка действительно очень приятная. Я уверен, что на ПК с трассировкой лучей и текстуры будут получше. Но на PlayStation все равно классно. Профессор, здесь что-то вроде барельефа. Возможно, владелец этого места был известным ясновидцем. Любопытно. Не озвучивай заклинание, вдруг у тебя дома что-то произойдет. У меня палочки нет. Ну, если честно, я пока не особо вижу разницы между производительностью и балансом. Опять этот зачарованный прозрачный камень. Но что он собой заслоняет? Пока будем... А что это? Профессор Фиг! Странно. Для чего было создавать этот зачарованный камень именно здесь? И как за ним может быть комната? Комната? Я ничего не вижу. И здесь это свечение, как на футляре с порталом. Нет, не работает. Рагнар, спасибо за донат. Спасибо за новый сериал. По имя Мерлина! Годрикова сердце. Где это мы? В голове не укладывается. Разбудите гоблина. Здравствуйте. Не может быть. Минуточку. Добро пожаловать в банк Гринготс. Вам нужен сейф номер 12. Именно. Ваш ключ? Портал вашей жены. А, да, разумеется. Прошу за мной. Держитесь рядом. Режим с трассировкой лучей — это 30 кадров в секунду. После вас. Не высовывайте руки за край тележки, если не хотите их лечиться.
Знатоки Гарри Поттера и вселенной, пишите мне в комментариях про места. Ого, а сколько всего сейфов в Гринглисе? Сотни. Да вы и сами в этом убедитесь по дороге к сейфу номер 12. Сейчас мы прямо под главным залом. Здесь расположены самые новые сейфы. И много в Гринглисе частных входов. Крайне мало. Подобную услугу могут себе позволить лишь наиболее состоятельные или, я бы даже сказал, влиятельные клиенты. Советую задержать дыхание. Что-что? Этот водопад смывает любые чары. Дополнительная мера охраны. Похоже, вы уже сталкивались с гибелью воров раньше. Просто слыхал. А здесь у нас сейфы нижних уровней. А далеко нам еще вниз. Сейф номер 12 был арендован вскоре после основания Гринглиса. Более 400 лет назад. Он находится в самом глубоком подземелье банка. Устраивайтесь поудобнее. Путь предстоит не близкий. 97, спасибо за знат. Привет, удачного стрима. Пока смотрите, очень круто. Лока чем-то Elden Ring напоминает. Фишка, спасибо за знат. А скажи, когда игра будет доступна на ПК? С 9 вечера по Москве. Номер сейфа. 12. Исторический день. Езжайте. Игра на ПК станет доступна в 9 вечера по Москве. Короче, делитесь в комментариях и на стриме лором. И про места. Профессор, повязка на рукаве этого охранника светилась. Так же, как футляр с порталом? Нет, темнее. Так же светился ошейник на шее дракона. Что-что? Мы просто говорили об этом гоблине. Он отвечает за старейшую часть банка. Туда уже почти никто не ходит. Вот мы и на месте. Когда этот сейф открывали в последний раз? Дежурные гоблины, представленные к этому сейфу, сменяют друг друга уже сотню лет. За это время сейф номер 12 не открывали ни разу до сегодняшнего дня. Сейф номер 12. Благодарю вас. Тут какой-то сундучок. Как думаете, что именно нам нужно здесь искать? Сам не знаю. Сэр, вы не могли бы... Порядок доступа к сейфу номер 12 обязывает меня впустить сюда владельца ключа, после чего закрыть дверь. Стойте. Желаю удачи. Профессор? Да уж, неожиданный поворот. Дайте подумать. Здесь наверняка что-то... Пожалуй, Ревелью. Ревелью? Именно, проявляющие чары. Самое время вам их освоить. Давайте поглядим, что от нас скрыто. Берите палочку и сосредоточьтесь. Так, зафиксируйте свою палочку с помощью L и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Бегом, 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 бегом! Так, не понял. Еще раз. А, все, надо было постоянно стик с самого начала нажимать. Все, выучили. Ревелью. Итак, нажмите влево, чтобы использовать Ревелью. Вон там. Там что есть. Подойдите ближе и попробуйте повторить чары. Какая-то дверь. Уже что-то. Здесь снова тот символ. Вы часом не знаете, как ее... Знаю, профессор, этот символ светится так же, как футляр с порталом.
Если то, что вы видите, указывает нам путь, думаю, совсем скоро мы раскроем секрет этого сейфа. Видите? Люмос! Это не простой сейф. Подозреваю, чтобы выбраться отсюда придется потрудиться. В каком смысле потрудиться? Думаете, это какое-то испытание? Да, но для чего оно задумано, я не знаю. Держитесь рядом. Если что-то пойдет не так, трансгрессировать отсюда не получится. Это как-никак Гринготс. Блин, есть ностальгия по Гарри Поттеру, да, от этой игры? За долгое время первая крутая игра по вселенной Гарри Поттера, это очуменно. Я играл лет 20 назад в серию игр. В начале 2000-х, и все, с тех пор вообще не играл в игры про магов. Видишь, что-то есть. Что это? Новое это свечение, но теперь на полу. Люмос! Что произошло? Стоило мне приблизиться к этому свечению, как оно заклубилось вокруг меня. Вы в порядке? Да, сэр, в полном. Вы что-то сделали, и пол изменился. Это статуя. Статуя? Я вижу какую-то статую, но только как отражение в полу. Полагаю, ее отражение вы и видели. Да, и оно по-прежнему на месте. Вот только смотрят они в разные стороны. Смотрят они. Погодите, когда вы отошли, отражение повернулось вслед за светом. Может быть, вам применить люмос? А, в принципе, ничего, такая мини-игра. Учим заклинания. Тут русский есть, субтитры. Итак, вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Кончик волшебной палочки, ну ладно. Удерживайте R2 и нажмите треугольник, чтобы использовать или отключить Люмос. Отлично. Теперь отражение повернулось ко мне. Оно и в самом деле реагирует на свет. В 9 вечера сегодня, 6 января. Ой, февраля. На ПК должна игра стать доступна. Вроде бы, если я не ошибаюсь. Берегитесь! О, Махач пошел, Махач! Так, на треугольник надо нажать, блин. Ну давай. Ну давай. Отразил, все, задача выполнена. Не отходите! Профессор? Профессор Фиг! Профессор, где вы? Плохо дело. Сегодня будем играть весь день, поэтому не пропускайте анонсы в группе Telegram и ВК. Куда мне идти?
Lumos. What's happening? Что происходит? Похоже, эти волшебные огоньки меня куда-то ведут. Ссылки на Телеграм и группу ВКонтакте в описании к данному видео. Там будут анонсы. Играть будем весь день. Весь день. Поэтому не пропускайте. У нас будут стримы с перерывами в 30-40 минут, максимум час. Поэтому сегодня будет серия 4. Новое это свечение. Так вот, куда оно меня вело. Давай. Lumos. Revelio. Кажется, придется обходиться своими силами в этот раз. Lumos. Так. Боевка крутая, кстати, мне понравилась, удобная. Нужно сделать так, чтобы эти статуи совпали со своими отражениями. Да я это и так уже понял. В смысле? А, все, я не туда посмотрел. Сейчас, погоди. Так, стоп, я же все сделал правильно. Так, ну и... А, чтобы они все поднялись одновременно? А как это сделать? А, все, я понял. Вот. Похоже, выбора нет, придется сражаться, чтобы выйти отсюда. Мне почему-то послышалось не протега, а потейто, типа картошка по-английски. Есть. Итак, удерживайте треугольник во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Ну давай. Бух. Слушайте, не, реально, боевка классная. Да сколько же вас тут, а? Бух. Lumos. Нажмите L3, чтобы бежать. Ну, это мы знаем. Так, что это такое? Опаньки. Новое помещение. Найдите профессора Фига. Я как будто в каком-то воспоминании, мне кажется, нет? А вот вы где. Как вам... Вы это за место? Я не знаю. Но вот это висело в воздухе над той чашей.
Это не просто чаша, это омут памяти. В нем можно увидеть воспоминания. Не спамьте. Интересно. Делайте, как я. Все готово. Портал хорошо спрятан. Боюсь, даже слишком хорошо. Что если путем, который мы создали, будет невозможно пройти? Невозможно, это будет лишь для тех, кто не видит следов древней магии, которые вижу я. Твоего дара видеть то, что не видят другие, будет недостаточно, Персиваль. Мы веряем тому, кто ступит на этот путь, могущественные тайны. Ради этих знаний многие пошли бы на все. Да, Чарльз. А если мы правы, ведьма или волшебник, которые пройдут эти испытания, тем самым докажут, что достойны из этого знания и ответственности, которую она возлагает. Мы сделали все, что могли. Так вот что вы видите. Свечение, как вокруг них? Да, сэр. Поразительно. Я что, вижу магию? Есть, точнее, следы древней магии. Магии, в существовании которой Мириам была так уверена, но не сумела. Мириам, а возможно, и Джордж погибли, желая отыскать знания, столетиями остававшиеся тайной. И, похоже, именно вы способны пролить свет на причины их гибели. Мы бы... Странно, только что тут все было совсем иначе. Кто-то идет. Кто это был? Не знаю, но, сэр, вам сюда нельзя. Я был прав. Ранрок. Похоже, моя репутация опережает меня. Я уже начал думать, что никто и никогда не посетит хранилище Рекхэма. А что ты здесь забыл? Спокойней. Просто отдай мне то, что ты здесь нашел, и забудем былое. Сэр, у них был ключ от сейфа. Думай хорошенько, что именно ты сейчас скажешь. Я лишь хотел сказать, что порядок доступа к сейфу номер 12 обозначен четко. Сэр, я вынужден настаивать. Я вправе допустить в сейф лишь того, у кого есть ключ, а у вас его... Макса, спасибо за над. Знюхай тебя, друг мой. Терпеть не могу предателей. Так, о чем это мы? Ты ничего от меня не получишь. Ну ладно. Быть может, твой юный спутник окажется позговорчивее. Опаньки. Я знаю, как отсюда выбраться. Профессор! Ooh.
Вы в порядке? Да, сэр. Впервые сталкиваюсь с настолько могущественным гоблином. Моя магия на него даже не действовала. Где это мы? Не может быть. Похоже, те, кто оставил здесь омут памяти, создал этот медальон и такой хитрый способ до них добраться. Хотели, чтобы кто-то с вашими способностями оказался в этом месте. Идемте. Нас еще ждет церемония распределения. Кстати, друзья, в начале стрима забыл сказать, я создал второй YouTube-канал. Ссылочка в конце стрима будет добавлена в описании к данному видео, где будут выходить серии без комментариев, без моего голоса, без отчитывания субтитров. Так что вы сможете посмотреть эту самую версию. Поэтому ожидайте. Серия появится где-то через час после завершения стрима. Поэтому мы возвращаем версии без комментариев. Какой Хогвартс классный, а? Хогвартс наследие. И давайте сделаем челлендж, пока играем. Друзья, добьем 3000 лайков до конца стрима. Справитесь? Плюс чат, если да. Но игра пока бодрячком. За первый час вообще мне очень понравилось. И заставки, и графика, и оптимизация. Да, название будет добавлено в описании после стрима. Я забыл это сделать, не успел. Второй канал. О, славно. Церемонию распределения мы еще не пропустили. Не то чтобы я много в этом понимал, но кажется, так будет уместнее. А теперь нужно как можно скорее заняться этим медальоном, но сперва известить министерство. Надо сообщить им о том, что произошло с Джорджем, и предупредить о Ранроге. А пока прошу вас никому не рассказывать о том, что мы с вами сегодня пережили. Разумеется, сэр. Спасибо. Ну что, готовы к церемонии распределения? Классный костюм мужика. Финиас Найджелиус Блэк. Мужайтесь, вам предстоит знакомство с директором. Фиг, все-таки снизошли до нашего общества. Церемония отбора уже завершилась. У нас возникли затруднения. Затруднения? Похоже, что ситуация с гоблинами намного... Довольно, гоблин. Слухи меня не интересуют, Фиг. Не испытывайте остатки моего терпения. У вас есть еще некоторые шансы пройти распределение. Поговорим в другой раз. Как же круто все сделано, а? Профессор Уизли, оказывается, мы распределили не всех. Добро пожаловать, вы как раз вовремя. Присаживайтесь. О, надо же, ты постарше остальных, да? Не так ли? У тебя уже есть свои предпочтения и предубеждения. Некоторые ожидания. Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. Мне очень хочется поскорее познакомиться с профессорами и научиться в Хогвартсе всему, чему только возможно. Хогвартс может немало дать усердным ученикам, а знания, полученные в классе, подготовят к трудным задачам и за стенами школы. Любопытно. Я что-то чувствую в тебе. Некую черту характера. Какую же?
Отвага, любознательность, верность, амбиции. Отвага, любознательность. Отвага. Тяга к приключениям? Хотелось бы верить, что я ничего не боюсь. О, у тебя храброе сердце, не боящееся неизвестности. И еще я вижу готовность всегда идти вперед, даже в одиночку, если придется. Возможно, твое место в Гриффиндоре. Я же говорил Гриффиндор. Я же говорил, даже тут игра дала мне Гриффиндор. Гриффиндор мой факультет. Как и на сайте, так и тут. Студенты Гриффиндора известны своей отвагой, храбростью и благородством. Подтвердить выбор факультета. Выбираем Гриффиндор, друзья. Все по классике. Пусть будет Гриффиндор! Да. А, да, и еще кое-что. Поскольку прошлой весной во время финального матча по Квиддичу произошел несчастный случай, в этом году все соревнования отменяются. Тихо, можно подумать, я запретил все полеты вообще. Хотя, еще не поздно. Ученики обязаны прежде всего думать об учебе. Что ж, перед завтрашними занятиями у вас всех наверняка еще масса дел. Я сказал, перед завтрашними занятиями у вас всех наверняка еще масса дел. Эффектное появление. Давайте знакомиться. Я профессор Уизли. Будьте любезны сопроводить наше нежданное пополнение в соответствующую комнату. Конечно, сэр. Чувак, спасибо за донат. Так вот, как я собирался сказать, я профессор Уизли. Рада знакомству. Приятно познакомиться, профессор. Моя почтенная обязанность как заместителя директора проводить вас в вашу гостиную. Нам сюда. Чувак, спасибо за донат. Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету. Спасибо, друг мой. Начинать обучение сразу с 5-го курса крайне необычно. Уверена, нас с вами ждет много интересного. Мне не терпится начать. Помню, как сама впервые вошла в гостиную Гриффиндора. Вы были в Гриффиндоре? Я до сих пор в Гриффиндоре. Но пароль я в юности вечно забывала. Пароль? Пароль? Грата Домум. Грата Домум. Ходите. Отлично. А теперь советую вам как следует выспаться. Завтра у вас очень важный день. Утром я приду, чтобы проводить вас на первый урок. Спасибо, профессор Уизли. Не за что. Надеюсь, ваша первая ночь в Хогвартсе пройдет спокойно. Приятных снов. Я думаю, Квиддич добавят в DLC. Тоже так думаю. И да, это пра-пра, наверное, дедушка Сириуса Блэка, когда там пра-пра-пра-пра-пра. А это вот пра-пра-пра-пра-пра бабушка Уизли. Похоже, все уже ушли. Надо поспешить в гостиную. Добро пожаловать в Хогвартс. Ну, слушайте, я пока что могу сказать. Игра выглядит бомбезно. Мне прям очень нравится. То есть, графически все на очень хорошем высоком уровне. На ПК, я надеюсь, еще будет красивее. Я проверю обязательно. Не переживайте. Я вам покажу. Завтра будем играть в ПК-версию, я так думаю. Вероятнее всего. Вот. Сегодня будет несколько стримов. Так что следите за анонсами в Телеграм-канале и в группе ВК. Ссылочки в описании к данному видео. У нас также начинается второй канал Scratch TV с версиями без комментариев для тех из вас, кто не любит, чтобы кто-то читал субтитры или еще что-то. Поэтому я ссылку добавлю после стрима. О, по катушке попробуй. Так, а куда мне идти-то? Вау. Прикол, Дес. Так, давайте сначала наверх заберемся. Так, как же пройти в гостиную? Давайте исследуем замок.
Так, сейчас, секундочку, так. Слушайте, как же красиво. А что наверху? Прикиньте, сколько загадок в этой игре. Какое-то зеркало. Но с трассировкой лучей все будет, конечно, намного приятнее. Замок, уровень второй. Как там заклинание называлось, которым открывали замки? Алхамора? Так, и друзья, кстати, осталось всего 850 лайков, и мы достигли цели в 3000 лайков на данном стриме. Молодцы. Давайте на вас рассчитываю. Сколько кубков у Гриффиндора, смотрите. Если честно, у меня есть предположение, что это будет лучшая игра по Гарри Поттеру. Кстати, появились обзоры. Скажите, какие оценки у игры, пожалуйста. Наверное, когда начинаешь учиться в Хогвартсе с 5-го курса, сложно. Блин, хочется все поизучать, посмотреть, да? Что это? Я не могу поджечь, да? Это тот самый новичок. Вот кому повезло куда больше, чем тому бедняге из министерства. Так, ладно. Мне будет сложно читать эти субтитры всех диалогов. Что она делает? Так. Ты смотри, только не упади, Нелли. Оу. Так, а что у нас тут? Сундук факультета. О, опять не работает. Крисида Блюм. Не знаю, что я делаю не так. Это же несложное заклинание. У меня должно получаться наложить его беззвучно. Почему не выходит? А, привет. Добро пожаловать в Гриффиндор. Я Крисида. Приятно познакомиться, Крисида. Вчера вечером твое появление во время распределения привлекло всеобщее внимание. Еще бы немного, и ты бы опоздал. Это правда, что ты протеже профессора Фига? Он меня учил. Это не совсем так, но он немного учил меня перед приездом в школу. Досадно. Я надеялась, что он учил тебя накладу заклинания без слов. А, так вот что ты пытался сделать только что. Да, но что-то не так. Когда я произношу заклинание, все получается отлично. А вот без слов ничего не выходит. Не сомневаюсь, у тебя все получится. Наверное, тебе нужна практика. Тебе надо больше тренироваться. Давайте, не сомневаюсь. Не волнуйся, в итоге все получится. О, надеюсь. Если у меня получится, профессор Ронан будет в восторге. Буду тренироваться дальше. Так, желаю удачи, сложно накладывать чары без слов. Неужели и правда так сложно колдовать без слов? Еще как, а если где-то ошибиться, результат может быть, скажем так, не лучшим. Однажды я пыталась без слов наложить депульса на кубок в большом зале, а вместо этого заставила йоркширский пудинг профессора Шарпа прыгнуть ему в лицо. Он так рассердился. Так, все ученики колдуют без слов. А что, все ученики умеют применять заклинания без слов? Нет, что ты. Хогвартсе начинают изучать заклинания без слов только на 6-м курсе. И многим это удается с огромным трудом. Я просто решила начать заниматься раньше. Ну, заранее. Желаю удачи. Ну что ж, удачи. Рад был встрече, Крисида. Взаимно. Хорошего первого дня. Так. Что, действительно 86 баллов из 100? Если так, то это очень-очень-очень хорошая оценка. Прям очень хорошая. Это отличная игра, значит. О, он двигается. Привет. Я сначала подумал, что он мне палец показал, но вы поняли. И смотрите, картина двигается. Блин, как же круто. Так, а как мне с ней взаимодействовать? Она ведь может упасть, поговорить.
Чего вы все так напряглись? Это же совершенно безопасно. О, привет. Не обращай на меня внимания. Просто мне кажется полезным время от времени менять точку зрения. Смотреть под другим углом. Однажды я забралась на крышу Гриффиндорской башни. Снаружи. Без метлы. Ничего себе. Кстати, я Нелли. Нелли Окспайр. Я слышала о том, что случилось с тобой по пути в Хогвартс. Это правда? Про дракона. Это было ужасно. Это было... пара пустяков, правда. Да, нашу карету напал дракон. Черт, в голове не укладывается. Восхитительно, но страшно. Но похоже, с тобой в Гриффиндоре будет не так уныло. И вообще в Хогвартсе, если уж на то пошло. Ну да, кстати, я проверил. 86 баллов из 100. Это очень отличная оценка для этой игры. А что именно говорит о моем путешествии в Хогвартс? Что тебе удалось спастись от дракона? Разве этого мало? Большинство из нас прибывает на лодке или поезде, а не спасаясь и спасти дракона. Естественно, все будут об этом говорить. В Хогвартсе слухи расходятся очень быстро. Сразу видно, что высота тебя не пугает. Да, я с детства такая. Когда мне было 5, мама как-то раз нашла меня на крыше. До сих пор не знаю, как я туда забралась. Но в замке полно необычных залов и коридоров, а на территории водится множество волшебных существ. Нет нужды забираться на башню, чтобы увидеть что-нибудь удивительное. Наверное, мало кто из учеников видел дракона. А ты видела? Нет, что ты, я никогда не слышала, чтобы они нападали на кареты. Наверное, там мяса мало. Приятно было познакомиться. Еще увидимся, либо в гостиной, либо на крыше какой-нибудь башни. Кто знает. Ладно, я пойду. О. Точно не хотите попробовать? Я сам варил. Привет! Ты должно быть новенький пятикурсник. Меня зовут Гаррет Уизли. Рад знакомству. Я слыхал о твоих приключениях по пути сюда. Даже не верится. Хорошо, что вы с Фигом в порядке. Это правда, что с вами в карете был кто-то из министерства? Да. Друг профессора Фиг. О, я не хотел совать нос в чужие дела. Жутко это дело, драконы. В общем, очень рад, что ты здесь. Спасибо, Гаррет. Я тоже. Профессор Уизли, твоя родственница? Так и есть, это моя тетя. Наверное, здорово. Наверное, здорово, когда твоя тетя преподаватель. Ага, все так думают. Тетя Матильда обращается со мной как с первогодкой. Следит за мной в оба. Честно говоря, уже угнетает. Хотя у нее благие намерения. Не, она невероятно сильная ведьма. Всегда поддержит трудную минуту. Ты пьешь сливочное пиво на завтрак? А, нет. Я совершенствую рецепт, который придумал летом. И оно уже почти готово. Учитывая некоторые реакции, его надо еще немного доработать. Тебе, похоже, нравится варить зелье. Неужели у тебя и к этому тоже талант? На мой взгляд, невелика разница между тем, чтобы сварить усовершенствованное сливочное пиво или рябиновый отвар. Хотя я не уверен, что профессор Шарп разделяет эту точку зрения. Он не очень-то ценит мой творческий подход. Приятно было познакомиться, Гаррет, и спасибо, что рассказал о тете. Я тоже рад знакомству. Удачи тебе сегодня. Эй, новенький гриффиндорец, профессор Уизли тебя ждет возле гостиной. Доброе утро. Надеюсь, вы готовы к первому дню в Хогвартсе. Я давно мечтаю об этом дне. Даже не верится, что я наконец-то здесь. Ну и все же вы здесь, так что ловите момент. Первый день в Хогвартсе бывает только один раз. Ваша ситуация уникальна, ведь вы поступили сразу на 5-й курс школы. Придется догонять ваших сверстников в учебе. Тем более, что в конце года вам придется сдавать СОВ. СОВ? Каких СОВ?
Сов, экзамены по стандартному обучению волшебству. Их результат определяет, в какой сфере вы можете работать по окончанию школы. Мы долго говорили с директором департамента магического образования Министерства магии и придумали нечто весьма необычное, чтобы помочь вам успешно справиться с учебой. Держите. Что это? Это руководство для волшебников. Оно будет следить за вашими успехами в учебе, чтобы вы освоили все, что требуется на пятом курсе. Это крайне полезное пособие. Советую им не пренебрегать. Спасибо, профессор. Но что значит «будет следить за моими успехами в учебе»? Возможно, будет разумнее сразу показать вам, как это работает. Идемте, опробуем его на практике. Игра интересна, мне пока очень нравится. Нам сюда. Если у нее оценка 86 баллов из 100, это отлично. В руководстве вы найдете подсказки, которые помогут вам освоить некоторые заклинания и узнать больше о волшебном мире. Вон призраки. Пивс, зелье заклинания. А во времена моей учебы такое руководство пришлось бы очень кстати. Благодаря руководству вы научитесь внимательнее относиться к окружающей обстановке. Продолжайте в том же духе. О, похоже, в руководстве есть для вас информация о картине с несчастным Баруфио. Просто произнесите Ревелио на карту. Ой, простите. Ревелио. Страницу руководства собрать. Портрет Баруфио. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес S вместо F и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Окей. Так, соберите страницу руководства в Хогвартсе, один из двух. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Так, это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Итак, собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницы руководства, чтобы продолжить. Страница руководства. Исследование задания «Бой. Вручай комната». Итак, каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Окей. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Ну ок. Тут будут, кстати, темные искусства. Ловко придумано, да? Будьте внимательны, чтобы не упустить возможность узнать больше о замке и окрестностях. О, киса, привет, как ты? Спасибо за подписки, друзья. Давайте, осталось 394 лайка. До 3000. Мы можем. И, конечно, подписывайтесь. Добро пожаловать. Какая вам киса? Понравилась? Долго не задерживайтесь. Вам ведь на урок. Мне прям очень интересно посмотреть, как выглядит ПК-версия. В чем она будет лучше. Так, я пока... Как раз вовремя. Так что это прекрасная возможность показать вам, как с помощью летучего пламени перемещаться чуть быстрее. В вашем руководстве есть карта Хогвартса. Откройте его и найдите центральный зал. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Откройте карту. Давай откроем. Опа.
Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Я здесь. Блин, а... Блин, ну... Хогвартс, конечно, большой. Так, нам сюда. Южное крыло. Поехали. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицу. Ок. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Так, пристройка к библиотеке. Поехали. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените с помощью R и отправляйте точку с летучим пламенем в центральном зале. Погнали. Переместиться. Мы на месте. Как видите, это очень экономит время. Эта лестница ведет прямо в центральный зал. А из центрального зала можно быстро попасть почти в любое место Хогвартса. Офигенно. Здесь всегда людно. Это центр нашего замка. Как вокзал Кингс Кросс. На этом пока все. Сегодня у вас заклинание защиты от темных искусств. А после как можно скорее отправляйтесь в Хогсмид, чтобы восполнить все, что потеряли в пути. Чему нас будут учить на уроках заклинаний? Именно этому, заклинаниям, чарам, проклятиям. Ну, жутко полезный предмет. Профессор Ронан вам обязательно понравится. Он очень умный и находчивый волшебник. К тому же, талантливый преподаватель. Можете рассказать больше об уроках защиты от темных искусств? На уроках защиты от темных искусств, как следует из названия, вы будете учиться защищать себя от сил зла, притаившихся во внешнем мире. Те, кто хочет стать мракоборцем, должны освоить защиту от темных искусств. Нашим ученикам повезло, что у них столь одаренная преподавательница, как профессор Геккет. Профессор, вы говорили о каком-то Хогсмиде. В Хогсмиде живут только волшебники, и это единственная подобная деревня во всей Британии, а еще там множество разных лавок и магазинов. В Хогсмиде вы найдете все, что нужно для учебы. И сможете пропустить по кружке сливочного пива с друзьями. Спасибо, профессор Уизли. Впереди напряженный день, и вам столько всего предстоит выучить. К счастью, ваши преподаватели согласились помочь вам с дополнительными задачами после уроков, так что вы быстро догоните своих одноклассников. Впрочем, вы так искусно использовали Ревелио, значит, базовые заклинания профессор Фиг вам показал. Да, профессор. Он весьма расплывчато описал события перед вашим приездом, особенно случившееся после того ужасного нападения дракона. Подозреваю, что вы там не просто искали вещи и в Хогвартс окольными путями добирались. Так и есть. На пути сюда мы сделали небольшой крюк. В итоге оказались в каких-то руинах и... Хотя тут мне не стоит добавлять... Каких руинах? Впрочем, ладно. У профессора Фига, должно быть, есть причина держать подробности в тайне. Легок на помине. Профессор Фиг. Вам не икается? Да? Да, вы, похоже, хорошо подготовили нашего новичка по основам заклинаний. А, едва ли, это лишь моя заслуга, профессор. Похоже, мы имеем дело с редкими магическими способностями. Что ж, я очень рада, что вы оба целы и невредимы. У нас в Хогвартсе отличные лодки и кареты, но вы почему-то предпочли полететь навстречу дракону. Я бы не сказал, что сам выбрал такой путь с драконом. Скорее, это он выбрал нас, профессор. Ну ладно, поболтали и хватит. У меня урок, так что мне пора. Профессор Фиг, у меня к вам просьба. Объясните, как пользуются карты руководства. Разумеется. Спасибо.
Удачи! И не забывайте про руководство, оно вам очень поможет. А я буду следить за вашими успехами. Хорошо, профессор. Зайдите ко мне сегодня после уроков, и я расскажу вам больше о дополнительных задачах. Кроме того, нужно договориться насчет посещения Хоксмида, чтобы вы могли купить все необходимое. Александр, я согласен, да. Только во вселенной Гарри Поттера. Рад вас видеть, профессор. Взаимно. Я так и надеялся, что наши пути сегодня пересекутся до того, как вы углубитесь в занятия. Кажется, вы обсуждали с профессором Уизли осмотр руин? Не волнуйтесь, сэр. Надеюсь, мне удалось не проболтаться. Да, сэр. Но об остальных подробностях нашего путешествия мне показалось разумным умолчать. По-моему, она заподозрила, что мы что-то от нее скрыли. Ну да, профессор Уизли очень умная и проницательная ведьма. Но лучше пока никому не рассказывать о нашем деле. Ведь мы понятия не имеем, куда нас заведет этот путь. Возможно, вам потребуется более гибкое расписание, которое она бы не одобрила. Кроме того, она может посчитать нужным поделиться с директором сведениями, которые нам лучше держать при себе. Я понимаю, профессор. Хорошо. Итак, хоть природа щедро одарила вас способностями, способности все равно нужно развивать. К счастью, вас обучают исключительно квалифицированные ведьмы и волшебники. Да, по поводу учителей. Не хотелось бы получить очередной почти что выговор от профессора Уизли? Поэтому давайте покажу вам одни хитрые чары из карты руководства. Разверните ее и взгляните. Так, открыть журнал заданий. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Так, этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основным историям, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требования к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессора или в качестве наград за задание. Окей. Начните отслеживание задания с помощью X. Так. Занятие по защите от темных искусств, согласно карте из руководства, класс профессора Гекет находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в этом замке, возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. Окей, а занятие по заклинаниям. Согласно карте из руководства, класс профессора Ронана находится в астрономическом крыле. Этот замок просто огромен, возможно, лучше использовать руководство. Так, ну давайте, наверное, темное искусство. Темное искусство, давайте темное искусство. Карта зачарована так, чтобы помочь вам найти путь. С ней будет намного легче. Спасибо. Сегодня у вас, похоже, будет насыщенный день. Сначала занятия, потом визит в Хоксмит за покупками. Не забудьте купить волшебную палочку. Мистер Оливандер обязательно вам понравится. Он настоящий мастер своего дела и очень хороший человек. Я сообщу вам, когда узнаю что-нибудь о нашем загадочном медальоне. А пока сосредоточьтесь на учебе и не отлынивайте. От заклинаний, освоенных вами в этих стенах, могут зависеть не только ваши оценки на сов. Так, ну пошли, 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 пошли. Так, задание завершено. Используйте зачарованный компас, нажав вверх. Ваш зачарованный компас приведет вас к любому месту. Так, давайте осмотримся. Так, это что за русалки? Страницу руководства собрать. Фонтан в центральном зале. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. О, прикол. Я выполнил испытание, я молодец. А что-то еще здесь можно сделать? Играть на ПК можно вроде в 9 вечера по Москве. Так, что она упускает? Ленора Эверли. Привет, кажется, мы не знакомы. О, привет, я Эленора. Не обижайся, я немного растеряна. Все думают, что у меня окончательно поехала крыша. Даже Саманта считает меня чокнутой. Но все дело в этой картине. Раньше я как-то ее не замечала. Но я знаю Хогвартс, и очень хорошо. Пустая рама не может висеть здесь просто так. В этом должен быть какой-то смысл.
Тебе удалось узнать что-нибудь о картине с тех пор, как ты начала изучать ее? Выяснила, что заклятие Люмос дает какой-то эффект, но что дальше делать, я не знаю. Так, извиняюсь, секундочку, друзья, мне звонят. Так, я тут, извиняюсь, отвлекли. А в школе есть другие пустые картины, подобные этой? Да, есть несколько. Честно говоря, Хогвартс сам по себе в некотором роде загадка. Но разобравшись с тайной этой картины, я пойму, что делать со всеми остальными. Надо же с чего-то начинать. Ой, я уже давно ломаю над этим голову. Надеюсь, тебе повезет больше, чем мне. Он сказал, надеюсь, ты раскроешь этот секрет. Так. Люмос. Так. Может, там есть какая-то подсказка? Нужно поискать. Вдруг она поблизости. Так, запоминайте это место. Так, единорог я вижу. Это я вижу. И вижу. Ну ладно, я понял. Ой, простите, не то нажал. Так, единорог. Значит, это здесь. Нет, не то. Не тот угол. Я должен видеть единорога. Может, здесь? Да, здесь, вот. Кажется, на картине было нарисовано это место. Но что в нем такого особенного? Так. Ревелио. Эта статуя изображает средневекового волшебника, заикающийся ухмылкой. Заискивающий ухмылкой Грегори Льстива. Так, он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. А будет ли запись? Конечно, будет. Так, мы обновили коллекцию. Найти место. А что, если вот так сделать? Тут больше ничего нет? О, бабочка. А что с бабочкой делать? Так, это наше заклинание, смотрите. Позволяет видеть в темных местах или решать головоломки, для которых требуется дополнительное освещение. Так, понятно. Так, а может быть тогда... Люмос. Давай вернем тебя... Куда там, мотылек? Сюда, в картину? Давай. Ой. А, моя догадка оказалась верной. Нужно сказать Леноре, что мне удалось разгадать тайну пустой картины. Итак, мы с вами разгадали одну загадку. Так, а куда девчонка-то ушла? Вон она. Как вам сайд-квестик? Ленора, мне удалось раскрыть загадку той картины. Правда? Как тебе это удалось? По зацепкам. Мне удалось найти место, изображенное на картине, а затем с помощью Люмоса привести мотылька к ней. Что ж, логично, жаль, что не догадалась, а ведь была на верном пути. А у тебя талант разгадывать загадки. У Нати тоже отлично получается. И у Амита. Но он любит пускаться в подобные приключения. Что ж, рада, что тебе удалось в этом разобраться. Так. Задание завершено. Завершите задание с взаимоотношениями и побочные. А, испытания. Мы можем побочные задания с взаимоотношениями с персонажами завершать. Так, ладненько, куда нам надо по сюжету? Так, здесь у меня точка перемещения быстрого имеется, да? Классная картина. Так, ой. А ну-ка, веди меня. В смысле, я пока ничего не отслеживаю? Я задание отслеживаю, алло.
Так, защита от темных искусств. Отслеживать. О, это что за знак вопроса? Блин, ребят, мы... Броси кубик. Так, ну и к чему это все? Lumos. Так, нет. Тоже нет. Выявить. Так, загадка. Не открывается, да? Единственное, не понимаю, 17-21, так к чему у нас? А это что? Lumos. Это награда? Так, ладно, и что с кубиком-то делать? Роман, спасибо за знак, привет. Как первое впечатление от игры? Отличное, великолепное прям. Просто я пытаюсь разобраться, что с этим делать. 17-21. Короче, друзья, это... Подскажите, кто в курсе, что с этой загадкой делать? Потому что я пока не совсем въезжаю. Может, стрельнуть надо? Нет. Lumos. Кубик картин же открывает. Лис поймай. Лови страницу, понял. Ну и как мне тебя поймать? Может, мне нужно левиос узнать? Потому что, видите, как-то не работает. Я не понимаю, как ее поймать. Да тормози ты. И долбануть ее не могу. Ладно, давайте потом сюда вернемся. Я пока не понимаю, как ее поймать. Или Виоса тоже, наверное, не подойдет. Ой, Люмос. Да. Ну, ладно. Мы сюда потом вернемся. Нам нужно какое-то заклинание. Не понял. Что за туман? Ой, это что? Ну да, нам нужны новые заклинания, чтобы открывать новые места. То, что тут загадок по-любому много. Аксу надо знать. Окей, отсюда, понял, хорошо. Так, что? Я тут что-то слышал. Lumos. Так, нет. Revelio. Нет. За колокольчик. Ну что, вы хотите, чтобы я исследовал потом замок? Поискал секретики. О. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кадаганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Реперу надо. Так, у нас реперу пока нет. Еще одна киска. Еще одна киска. Любим киска. Интересно, собаки тут есть? Так, тут сундук был на карте.
И вот где сундук? А, он внизу подо мной, что ли? Блин, что это? Lumos. Я тут, блин, сейчас во все в Люмосе буду делать. Не, ладно, потом. Слушайте, давайте пока пойдем по сюжету, потому что тут очень много. Тут очень много всего изучать надо. Давайте сначала выучим заклинание, а потом будем изучать замок, согласны? Потому что из-за этого многое становится непонятным. Ну, типа... Так, сейчас еще раз. Какие у меня заклинания есть? Так, где у нас тут Люмос? Не то. Вот. Репару. Видите, мы пока еще не умеем его. Ладно, пошли. Куда мне идти надо? Наверх. Как интересно. Тут, ребят, реально можно зависать очень долго. Замок уровня второго. Так. А это что? На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Розидиана, вызвав патронуса в виде мыши. Окей. Ладно, идем дальше. Зачем ему столько глобусов-то? И классическая музыка играет. Надеюсь, за нее никаких там бананов не будет. Потому что классика, и есть... Кстати, сейчас давайте посмотрим сразу, на всякий случай. Настройки. А то не дай бог. Вот. Так, настройки звук. Сейчас. Громкость диалогов. Так, громкость музыки. Давайте вот так сделаем. Ой. Громкость звуковых эффектов тоже чуть-чуть понизим. Блин. Отключить все звуки. Отображение субтитров. Звук в режиме моно. Конфигурация звука, домашний генератор. Я бы наушники поставил. Так, ну все. Пошли наверх. Кем я работаю? Секрет. О, это что такое? Блин, мне капец как интересно, а вам... Будем изучать всю игру? Будете смотреть мое изучение этого замка? Если да, то, блин, мы все это изучим. Как же красиво все выглядит. Как же... интересно. Костя, 3-4 годика. Как дитё радуется. Я хочу посмотреть, что, конечно, с трассировкой лучей здесь вообще будет. О, хотите чашечку чая, господин? Давайте выпьем немножечко. А что у нас тут? Ой, это что такое? О, музыкальный инструмент, смотрите. О, там, смотрите, внизу сколько всего. Сколько замков. Блин. Александр, спасибо за теплые слова. Благодарю. Давайте начнем задание теперь. Остолбни! И это все, на что ты способен? Бомбарда! Профессор Гекет, будьте добры, постарайтесь разносить друг друга в клочки после занятий. Новых учеников я вижу каждый год, а вот череп черного гибридца у меня всего один. Этот сувенир достался мне после большой облавы на браконьеров в 1878 году, если вы слышали про это. Вам может стать интересно, как пожилая дама умудрилась в одиночку обезвредить крупнейшую банду контрабандистов во всем Восточном Уэльсе? Отвечу, все дело в знаниях.
Мудрость важнее возраста. Сегодня мы рассмотрим заклинание, которое не раз спасало меня от верной смерти при столкновении с темными волшебниками. Левиоса. Левиоса? Левитационные чары? Левиоса! Удивите своего противника, и он станет уязвимым. Попробуйте защититься, мистер. Город, кажется, да? Работая невыразимцем, я поняла, что самые простые чары могут оказаться крайне полезны, особенно в бою. Итак, отработаем изученное. Начнем с чего-нибудь попроще. Извиняюсь. Сейчас, секундочку, попью. А то в горле что-то пересохло, столько читать. Ладно, поехали. Пиу! Левиоса! Мы как Гермиона с первого раза смогли все сделать. А теперь попробуем кое-что покрупнее. Ну что ж, начнем с основного заклинания. Нажмите R2, чтобы использовать основное заклинание. Видели, как манекен отразил заклинание? А теперь сначала используйте Левиоса, а потом основное заклинание. Удивите своего противника, и он станет уязвим, как только что продемонстрировал нам мистер Пруэт. Пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационные чары Левиоса. Она даже по-английски говорит Левиоса. Левиоса, а не Левиосо. Вот так, погнали. Так. Отлично, а теперь основное заклинание. Прекрасно. Очень хорошо, но лучший способ практики — это дуэли. Начнем с вас двоих. Дуэлянты, на позицию. Сейчас поприветствуем тебя как следует. Запомните, на этой дуэли допускается только Левиоса, основное заклинание и Протего. Начинайте. Повезло. Протега? Ха. Люблю оживленные дуэли. Не дурно для новичка. Ты можешь постоять за себя. О, Слизерин. Вы не отступили перед испытанием, которое я вам предложила. Призовые очки Гриффиндору. Спасибо, профессор Гекот. Хорошо, что можно потренироваться. Если то, что вы сегодня продемонстрировали, не случайность, вас ждут великие свершения. Я требую от своих учеников безупречного знания предмета. Они способны этого достичь, а значит, обязаны. Дуэль в классе — это пустяки, а вот сражение с темным волшебником или еще вероятнее с гоблинами — совсем другое дело. Я понимаю, профессор. Советую вам продолжать тренироваться при любой возможности. Возможно, мистер Селлу вам с этим поможет. Повторюсь, сегодня вы отлично справились. В ближайшее время я подготовлю для вас дополнительные задачи. Спасибо, тетя. Спасибо, спасибо. Что ж, на сегодня хватит. Все свободны. Кто ты такая? Всегда думала, что Левиоса — чары для первокурсников. Похоже, я ошибалась. Так, ладно, парень, ты кто такой? Давай расскажи. Мне понравилось. Отлично вышла дуэль. Они еще долго будут говорить. Да, мы отлично размялись. Размялись? Да, я будто против опытного дуэлянта выступал. Кстати, я Себастьян Селлу. Не ожидал такого проворства от того, кто совсем недавно взял палочку в руки. Но может, это не первая твоя дуэль? Далеко не первая. Это моя первая дуэль.
Если честно, то первое. Наверное, у меня просто талант. Можешь увиливать сколько угодно, но я-то знаю, что магия требует таланта и старания. Знаешь, в Хогвартсе есть закрытый неразрешенный дуэльный клуб. Ты отлично туда впишешься. Неразрешенный дуэльный клуб? Бойцовский клуб. Звучит интригующе. Закрытый и неразрешенный клуб? Это по мне. Отлично. Приятно знать, что я в тебе не ошибся. Чтобы твое пребывание в Хогвартсе было максимально продуктивным, приходится иногда нарушать правила. Вступить в тайный дуэльный клуб или проникнуть в запретную секцию библиотеки. Главное, чтобы тебе хватало ума не попадаться. Спасибо, Себастьян. Буду иметь в виду. Хорошо. Приятно было с тобой поболтать. Уверен, что мы скоро увидимся. Возможно, в некоем неразрешенном месте. А мы посмотрим, действительно ли ты так искусен, или просто повезло. Найди Люка на Шумсби у входа в часовую башню, если тебе это интересно. Увидимся. Ну что, хотите, чтобы мы сделали сайд-квест? Потом с этим тайным бойцовским волшебным клубом. Не люблю дуэли, предпочитаю со всеми дружить. Вот, ну мы сначала палочку, конечно, купим, и потом пойдем уже на сайд-квест. Так, в какую сторону мне надо идти? Спасибо за подписки, друзья. Добро пожаловать в наши ряды. Рад видеть столько новых лиц. Типичный слизеринец. Ну да, кстати, есть такое у него. Заманивает нас в неприятности. Но мы... Главное правило бойцовского клуба не рассказывать никому, да, там, не... про бойцовский клуб. Вот. Но мы туда обязательно сходим. Я очень хочу. Так, что это у нас тут? Ревелио. Люмос. Так, и куда это ведет? Картина. Где эта картина может быть? Она где-то рядом. По-любому. Тут колонна. Так, картина. Кто запомнил, где картина? Давайте ее найдем. Она должна быть большой. Где же она? Так, сейчас я спущусь вниз, но если не найду, потом мы еще побегаем, поизучаем. Сейчас мы получим новые заклинания. Просто вдруг эта картина где-то рядом. Нет, здесь я ее не вижу. Здесь я тоже эту не вижу. Ну, понятно, где-то не тут, а, наверное, где-то там по коридорам. Почти 5000 человек нас смотрит. Ну, рекорд был 8 с лишним тысяч на God of War. Так, еще разок. Значит, две колонны и картина белая, я понял. А что, если она здесь? Нет. Ну, есть только два варианта. Либо она... там, либо на тут. Так, тоже не тут. Значит, там. Так, а что у нас здесь? Кошка? Ненавижу слизеринцев, они Гарика обижали. Да, есть такое. Привет. Всем привет, кто подошел, друзья. Сегодня играем весь день, напоминаю, а на втором YouTube-канале... Ссылочка будет после стрима в описании к данному видео. Будет выходить версия без комментариев, так что не пропускайте. Кто ты такой, друг мой? А. Не, это не та картина. Но. А, я, кстати, близок. По-любому она здесь. Это что? О, туалет. Классическая школьная форма из шотландки. Ну, Плакса Миртл здесь по-любому не будет. Нифига, тут кто-то варит. Во все тяжкие прям, да? О, давайте спустим. Слив.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой фонтан, господи. Прикол. Как игра, чат? Ну, чат не знаю, как тебе скажут, но я от игры в восторге. И я думаю, чат, наверное, тоже вместе со мной. Так, давайте доищем. Так, картина, мне кажется, рядом. Вот. Вот она, нашел. Нашли. Не зря пришли. Пошли. Отнесем бабочку. Так, где это было? Вот здесь. Мы молодцы, еще изучаем. Ну да, это такой Elden Ring в мире Гарри Поттера. Так, теперь нам наверх, да, сейчас. Так, только сейчас я досмотрю этот полностью этаж. А то я как-то не успел все осмотреть из-за картины. Так, тут у нас сундук. Блин, нельзя открыть его. Надо выучить взлом. Так, а ты кто такой? Ничего тут нет, я понял. А здесь что? О, понятно, мы еще сюда придем. Ну все, пошли на занятия. Эвст, это была рифма, да? Юкш. Нам сюда. Начать задание. Джейсон, очень интересно. Эй, обернись! Тут есть свободное место. Спасибо. Привет, я Нати. Ты есть тут новичок? А с профессором Ронном уже знаком? Ну что, начнем? Добро пожаловать на урок заклинаний для 5 курса. Должен предупредить, этот год крайне важен для тех, кто хочет в полной мере овладеть искусством заклинаний, но я уверен, что мы с вами возьмемся за занятия с должным рвением и усердием. Итак, будьте добры, откройте учебники на странице 517. Однако, сперва, кто мне скажет, чем отличаются магические формулы для заклинания роста и заклинания смены цвета? Ну, хоть кто-нибудь? Нет, увы, сейчас уже поздновато повторять материал. Да, каникулы сделали свое черное дело. Такое впечатление, что вы все лето отрабатывали друг друга на друг друге заклинания забвения. Но вы хотя бы помните, как творить простейшие манящие чары? Похоже, нам срочно требуется освежить память. Класс, разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга у противоположных стен. Что ж, раз для вас учебники это всего лишь тупые предметы, давайте воспользуемся ими соответственно. Вы будете по очереди использовать манящие чары и забирать учебники друг у друга. Одного учебника на пару вполне хватит, мисс Дейл. Благодарю вас, займите свое место. Итак, давайте. Акция. Ой. Так, норм. Это мне понравился этот препод такой, типа, индус. My name is Rajesh Kutrapali. Неплохо. А вы быстро схватываете. У вас неплохие задатки. Но помните, толку от задатков мало, если не будете тренироваться. Продолжайте в том же духе, и когда-нибудь превзойдете даже мисс Оной. Най, Онай. Молодцы, очень хорошо, на сегодня хватит. Что ж, с Азами мы вроде бы разобрались, а погода сегодня чудесная. Почему бы нам не прогуляться немного? Проветриться, так сказать. Прошу всех за мной. Блин, сохнет в горле. Индус прикольный, мне нравится. My name is Rajesh Kutrapali from India.
Я всегда считал, что если из учебы сделать игру, она пойдет куда быстрее. Думаю, игроки в Квиддич со мной согласятся. Ну что ж, может лучше продемонстрировать, насколько вы освоили манящие чары, чем небольшая игра? Верно? Оу, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давайте, пожалуй, начнем с нашего нового ученика. Итак, все просто. Примените Акио на одной из сфер, а затем в последний момент отмените заклинание. Ну ладно, Аксио. Почему-то Акио, он говорит. Надо думать об этом как о плюй камнях, если так проще. Только вместо того, чтобы бросить их, вы их притягиваете к себе. Манящие чары Акси. А суть в том, чтобы притянуть сферу как можно ближе, но не чересчур, иначе она упадет. Ладно, довольно на теории. Переходим к практике. Лучший учитель — это опыт. Манящие чары Акси. Притягивайте цель к заклинателю. Держите R2, нажмите назначенную кнопку, чтобы использовать Акси. И притянуть цель ближе. Нажмите еще раз, чтобы прекратить использовать чары. Акси. Ой. А, понял. Стоять! Понятно, можно еще раз? Очень хорошо, призовые очки Гриффиндоров. Ну, конечно же, без дружеского состязания будет далеко не так интересно. Мисс Анай, может, вы попробуете выступить против нашего новичка? Поднимайтесь. Ну ладно. Вам синие, как и раньше, а мисс Анай сыграет красными. Все ясно? Да, сэр. Используйте акцию, чтобы притянуть мяч как можно ближе к краю, не переходя его, тогда вы получите очки. Ладно. Ладно. Тормози, 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 тормози! Ух! Отличное владение собой! Вот, блин, она... Ладно. Давай-д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 авай! Да! Два раза по 50! Впечатляет! Просто я тогда думал, отпускается иначе кнопка, поэтому я второй раз мяч тогда скинул. А сейчас, вот видите, уже все получается у нас. Так, ну теперь главное не зафакапить с этим. И я выиграл. Очень славно. Победитель — поле призывателя. Да! Давайте-ка добавим игре разнообразие, а? Так. Думаю, разнообразия и так более чем достаточно. Опаньки, это интересно. Это уж точно. Довольно болтать. Сконцентрируйтесь, это вам сейчас понадобится. Этот раунд решающий. Можно ее шары сбивать, ну окей, но мне пока и так нормально. Твою же за ногу. Ладно, попробуем сбить сейчас ее шар. Сейчас, понять бы. Ах ты ж, блин! Плохо, плохо, плохо! Блин! Плохо! Ладно, сейчас исправимся. Я слишком там поторопился. А можно переиграть? Врежь-то, 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 врежь-то! Да, отлично. Врежь! Стой, стой! Ты куда? Вот ты, ладно. О, отлично, отлично. Отлично.
Сейчас отлично, аккуратненько идем. И поехали. Да твою ж мать! Было близко. Было очень близко. Очень близко. Отличная мини-игра, просто шикарная. 50 на 50, так. Мне главное не, чтобы она профукала этот. Давай. Блин. Так, мне надо сделать либо красное, мне надо сделать синее. Ах ты ж черт, нет, у нас по 80. Чуть-чуть не хватило. Ничья. Ну, нормально. Ну, было интересно, да? Вы отлично потрудились, браво! Все свободны, не забывайте свои вещи. Ничья! Выходит, мы равные соперники. Мне потребовалось пара-тройка недель, чтобы освоить акцию. После переезда сюда мне потребовалось несколько недель, чтобы привыкнуть. Скоро тебе станет легче, поверь. Хорошо, что ты меня понимаешь. Приятно это слышать. Когда столько всего сразу наваливается, это сложно. Это еще мягко сказано. Я прекрасно помню, каково мне было в первые дни. Я перевелась сюда из Угаду. Уагаду, точнее. Моей маме предложили здесь должность преподавателя прорицания. И прежде чем я успела опомниться, мы покинули Уагаду и перебрались через полмира в новую школу и новую страну. Уагаду. Уагаду большая? Уагаду намного больше Хогвартса. Школа магии Уагаду — крупнейшая школа волшебства в мире. Так что да, больше, чем Хогвартс. Но там я никогда не чувствовала себя неловко или подавленно. Там всегда было как дома. На что похоже в Угаду? А в Угаду это тоже замок, как и Хогвартс? Адрес школы — Лунные горы. Это не совсем замок, скорее красивое сооружение, высеченное в скале. Помню, как впервые увидел его. Был такой густой туман, сквозь него почти ничего нельзя было различить. А потом оно просто возникло передо мной. Это огромное здание школы, казалось, парило в воздухе. Может быть, это странный вопрос, но магия здесь и там одинаковая? По большей части да. Правда, мне пришлось научиться пользоваться палочкой, когда я приехал сюда. В Угаду практически никто им не пользуется. Невероятно. Наверное, магия получается слабее. Должно быть, заклинания, сотворенные без палочки, слабее обычных. Вовсе нет. Волшебник и без палочки владеет столь же мощной магией. У меня творить магию без палочки выходит как-то более инстинктивно. Не говоря уже о том, что это полезный навык, если вдруг ее не будет под рукой. Но должна признать, что мне все больше нравится пользоваться палочкой. Выглядит намного эффектнее. Спасибо за рассказ. Как же здорово узнать побольше про другую школу. Спасибо, что спросил. Я очень скучаю по Угаду, но мне нравится здесь, в Хогвартсе. Ой, кажется, профессор Рон хочет с тобой поговорить. Не стоит заставлять его ждать. До встречи. Так. А давайте, кстати, сейчас кое-что проверим еще заодно. Сохранение доступно. Сохранение в ручном режиме в данный момент недоступно. В течение этого времени все еще может выполняться в сохранении. А, понятно. Ну, пошли поболтаем с ним. Профессор, вы хотели со мной поговорить? Хотел. Надеюсь, первый урок заклинания оправдал ваши ожидания. Ну, для меня стало неожиданностью, что на нем сразу пришлось соревноваться. Предсказуемости же нет очарования. Какой же у вас и мисс Анэ был напряженный, захватывающий поединок? Спасибо, профессор. Мне понравилась игра. Мисс Анэ — жесткий, неуступчивый соперник. Хотя, мне кажется, в последнее время она какая-то рассеянная. Что ж, профессор Уизли обратилась к вашим преподавателям с просьбой давать вам дополнительные уроки, выходящие за пределы обычной программы. Скоро я расскажу вам о специальной задаче, которую готовлю для вас. Так, завершить основные задания.
Ага. И может третий левел, нормально. Так, это значок автосохранения. Мне просто интересно, как сделать ручное сохранение. Можно ли теперь сохраниться? О, отлично. Сохранение. Сохранено. Отлично. Итак, друзья, на этом мы сейчас с вами завершаем нашу первую серию по прохождению Хогвартс Наследие. Надеюсь, вам понравилось. Если так, обязательно жмякаем лайк, поддержку данного стрима или запись, если вы смотрите видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Вступайте в наши ряды, всем новичкам добро пожаловать. Рад вас всех видеть. Смотрю, много новых людей к нам пришло. Пишите комментарии, делитесь впечатлениями, как вам игра, что бы вы хотели еще увидеть. Напоминаю, что у меня второй канал есть, где будут выходить серии без комментариев, без моего озвучивания субтитров, разговоров и так далее. Ссылочка появится под данным стримом буквально через несколько минут, и будет загружаться серия на второй канал. Так что проходите по ней тоже и смотрите второй канал, который называется Scratch TV. Сейчас он называется Vanguard Games, но он через две недели будет переименован, потому что две недели надо подождать, как YouTube сказал мне. Вот. А сейчас у нас будет перерыв на минут там, примерно 40-50. Сейчас пока я сделаю анонс второй серии, запущу загрузку видео и так далее. Так что у вас есть 40-50 минут где-то примерно так. Ну, короче, не больше часа. Поесть, перекусить, размять косточки и так далее. И приходите на вторую серию. Играть сегодня будем весь день. Соответственно, сейчас по Москве у нас сколько? 4 часа 10 минут. Соответственно, где-то в 5 часов мы начнем. Так что жду вас на второй серии по Hogwarts Legacy. А с вами был я, Scratch. Большое спасибо всем, кто поддержал нас финансово донатами, подписками, лайками, комментариями. Большое вам всем спасибо. Мария, я вижу твой комментарий. Привет из Новосибирска. Смотрю тебя регулярно. В основном, правда, в записи, так как разница в плюс 4 часа успеха во всем. И ты супер. Спасибо большое, Мария. Спасибо всем. И увидимся с вами в следующей серии. С вами был я, Scratch. Пока.